Всем привет! Blender 2.81. Давайте посмотрим, как можно перенести анимацию с любого персонажа на добавочного. Допустим, мы к этому хотим прибавить вот эту анимацию и вот этого персонажа анимацию. И как это сделать, чтобы все это дело работало? Вы мне, кстати, задавали этот вопрос. Я о нем вспомнил, голова тоже закипела, пробовал, нажимал много вариантов, перепробовал, но получилось. Так, сначала мы... Так, этот кто у нас? Гражданин один. Гражданин второй. Вот давайте теперь вот с этого гражданина, который жестикулирует всю вот эту анимацию, его вот эту длинную, перенесем вот к этому персонажу. Так, вот так все это делать через левую кнопку мыши выделяем, если сброшено. Делаем Ctrl-C, копируем. Нажимаем на кости вот этого гражданина и перетаскиваем таймлайн вот этот, где-то на 61 кадр. И делаем Ctrl-V. Вот анимация его вставлена, но она работать не будет. Вот сейчас, если мы включим, вы видите, что он просто стоит. Что нужно сделать? Так, таймлайн поднимаем, увеличиваем. И нам нужно его, оказывается, перепрописать. Жмем И. Так, наводим на кадр. Вот сюда. Жмем И. И положение и вращение. Находим теперь последний кадр, вот этот. Перетаскиваем ползунок. В принципе, он уже начал работать. Ну, давайте перепропишем и вот этот последний кадр. На него наводим. Вот сюда вот так. Желательно поровнее, чтобы попасть точно. И жмем И. Положение вращения. Так, теперь ставим где-то 320 кадр, 320, Enter. Смотрим, что да как. Вот он уже, как и этот гражданин, жестикулирует. Так, ну давайте еще бег ему добавим. Принцип тот же самый. Ставим где-то вот сюда, чтобы не запутаться, а потом можно подтянуть будет это все дело. Выбираем этого персонажа кости. Возвращаемся вот сюда назад. И делаем английскую B, если не выделено. Выделяем Ctrl-C. Возвращаемся на этого персонажа. И вот сюда в таймлайн ставим Ctrl. Так, вставляем Ctrl-V. Так, что-то здесь маленькая анимация, а он ставил большую. Так, вот этого персонажа, так, Ctrl-Z. Как эксперимент, давайте не паниковать. Так, что это было в последний раз? Это, наверное, бег добавился. Давайте его удалим, удалить ключевые кадры. Так. Теперь снимаем выделение, выделяем через Shift вот этого персонажа. Его можно удалить, чтобы он нам не мешался. Так, этот персонаж уже перепрописан с этими костями. Теперь нужно записать персонажа вот этого. Давайте его полностью выберем, чтобы точно уже EB английская. Выделяем ключевые кадры. Можно правой кнопкой мыши вот копировать. Выбираем этого персонажа. И вставляем вот сюда кадры. Вот они теперь вставились. Но персонаж у нас вот поменял именно точку вот эту. Так, теперь G чуть-чуть подтягиваем.
перепрописываем. Вот почему так получилось? Потому что у них разные вот эти вот, как их называют, точки привязки. Вот нужно эти точки, я говорю, как-то менять. Я еще не в курсе, пока вот разобрался с этим делом. И перепропишем опять же вот этот вот первый кадр. Жмем И, положение и вращение. И последний кадр перезапишем тоже. И положение и вращение. Так, теперь снимаем выделение английское B. Вот этого персонажа можно delete. Так, а этого персонажа английское B. Давайте как она привязать вот к этой точке. Так. Объект. Вот сюда вот так его ставим. Жмем И, положение и вращение. И вот этот И вот сюда вниз его опустим. И напишем И, положение и вращение. Так, теперь погнала анимация. Вот теперь у нас этот гражданин тоже опустился. Давайте попробуем его тоже теперь перепрописать. Есть геморройная штука. Нужно их все попривязывать вот к этому пивоту. А вот как это, я забыл. Это вот сейчас только вылезло. Так, вот сюда его ставим. Жмем И. Положение вращения. Дальше мотаем. Все, он привязан. Опускается. Его чуть-чуть еще поднимаем. Делаем И. Положение вращения. Следом находим другую анимацию. Но это уже на месте стоит, потому что перепрописано. Так, возвращаем на первый кадр. Опускаем таймлайн. Ну и смотрим, что с ним будет происходить. Включаем play. Вот его тут колбасит поначалу. Сейчас он должен начать драться. А, не, жестикулировать. Вот все равно опуск идет. Сейчас мы его перепропишем, подправим. Нажимаем И, положение вращения. Shift зажатый колесиком можно передвигать вот этот вот весь процесс на таймлайне. И вот эту всю шайбу нужно тоже перезаписать. Так, смотрим, где он опустился. Единица на нампаде. Приподнимаем его повыше и жмем И, положение и вращение. Так, ну а теперь давайте смотреть. Так, он должен бежать. И так вот колбасит персонажа. Вот здесь он жестикулирует. И сейчас он должен будет побежать. Ну вот анимация работает, вот она прикрепилась. Язык заговаривается, прикрепилась она с двух персонажей к одному. Зачем нужно следить? Именно привязка каждого рига, каждая анимация идет к своему центру. И если вы будете копировать одну анимацию на другую, то и центр надо перезаписывать вот этот.
Вот что-то в таком духе. Как мог, так объяснил. Все, всем пока, до свидания. Надеюсь, и на этот вопрос нашелся ответ.